Курортный район на 85% готов к новому отопительному сезону. Сейчас ведется заключительный этап работы. К 1 сентября коммунальщики собираются подготовить 100% теплосети, чтобы в случае необходимости обогреть жителей района. Добиться этого отчасти удалось и благодаря своевременной замене труб. Впрочем, не обошлось и без трудностей. В начале июня произошел конфликт между одной из управляющих компаний и теплоснабжающей организацией «Петербургтеплоэнерго». Она отвечает почти за весь курортный район. Со стороны теплоснабжающей организации потребителям в лице управляющей компании были предъявлены дополнительные требования, которые не касаются правил подготовки. И, соответственно, когда управляющие компании предъявляли готовность домов по прессовке, промывке, с учетом вот этих дополнительных требований, акты не подписывались. Районным чиновникам пришлось вмешаться в разрешение конфликта, чтобы не допустить срыва подготовки к новому отопительному сезону. После работы продолжились в плановом режиме. В администрации убеждены, в этом году жителям курортного можно не переживать. Внештатных ситуаций возникнуть не должно. Как и раньше, отопление в домах появится, когда 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха будет не выше 8 градусов.